По Шуйскому району в текущем году полностью проведены работы по размещению сельскохозяйственных культур, в том числе в ТО «Кызылша». Нынче было засеяно 562 гектара сахарной свеклы, 568 гектаров кукурузы, 176 гектаров подсолнечника, 810 гектаров софлора. При поливе площадей используются передовые технологии, в их числе и капельное орошение. Аким района Бахшан Жанибеков посетил ТО «Кызылша», расположенного в селе Бельбасар. На сегодняшний день убрано 25 гектаров сахарной свеклы. Реализовано 2000 тонн сахарной свеклы на Меркенский сахзавод. Всего в уборочных работах задействовано около 80 рабочих, 45 единиц техники, 2 комбайна для уборки данной культуры. Началась кампания по уборке свеклы. Применяются новые технологии, из них 27 дождевальных оросительных агрегатов. Кроме того, в процессе уборки свеклы применяются новые технологии. Мы работаем с техникой, которая выполняет 3 работы одновременно. То есть убирает и чистит. Уборочные работы проводятся в соответствии с оптимальными сроками. Вчера в районе состоялась встреча с руководством ТО «Кызылша», которая посадила сахарную свеклу нынче в больших масштабах. Сдаем продукцию на Меркенский сахарный завод. Реализуем 700-800 тонн продукции в день. Сейчас по 5 тенге за килограмм платит Меркенский сахарный завод. На сегодняшний день у нас работает 45 машин. Есть 2 комбайна и наши рабочие около 80 человек. Оплата ежемесячная. За перевозку платим еженедельно. Кулюш Умурзакова, Нуркадыр Уримхан, Алимжан Ахпаев, 77 News.